Привет, друзья! С вами Алекс из Китая, и сегодня мы погуляем по улицам старого города в Шанхае. Старый город Наньши, именно в этой точке берет свое начало современный Шанхай. Здесь сохранились старинные здания, построенные еще в 15 веке, часть стены, защищающей от нападений, и множество узких извилистых переулков. Это место красочное и шумное, со старой китайской архитектурой и потрясающими китайскими новогодними праздниками. В центре Наньши располагается старый базар и традиционные китайские магазины, в которых можно приобрести антиквариат и предметы коллекционирования. Немного далее возвышается величественный богато украшенный храм город Бога с пагодами в несколько ярусов. Есть здесь и чайный дом, тоже с крышами в виде пагоды, стоящий в воде на сваях, тут вам предложат попробовать десятки сортов китайского чая. Старый город – это исторический квартал Шанхая, одно из интереснейших туристических мест. Говорят, что старый город – это подлинный Шанхай, и те, кто живут здесь, настоящие коренные шанхайцы. Некогда это был очень бедный район, здесь селились только те, кто не мог позволить себе другое жилье. Дома здесь были невысокими, старыми, не слишком крепкими, без всяких удобств, настоящие хибары. Если в одном доме начиналась ссора, ее слышали жители всех домов по соседству. При этом квартал был очень густо населен, на 20 квадратных метрах дома нередко жили по 20 человек. Сейчас все иначе, большинство старых домов снесено, а на их месте построены современные здания. Но чтобы сохранить образцы традиционного архитектурного стиля, несколько старых домов были отремонтированы. Конфуцианский храм и другие знаменитые реликвии были восстановлены. Была построена старая улица. Базар старого города стал более людным, но при этом, более чистым и опрятным. Теперь старый город – торговая марка нового Шанхая.